В Бурятии с 1 по 10 апреля прошла операция «Автобус». Ее главная цель – повышение безопасности и качества перевозки пассажиров в общественном транспорте. Так было проверено и досмотрено более 700 автобусов. К административной ответственности привлечено 584 водителя. 140 из них занимаются перевозками пассажиров по маршруту. Наиболее участившимися нарушениями водителями, значит, это превышение скорости, выявлено 176 нарушений. Нарушение режима труда и отдыха по статье 11.23 привлечено 69 водителей. Также, значит, выявлено 81 транспортное средство, управляющее водителями с техническими неисправностями, при которых эксплуатация запрещена. Напомню, 7 апреля в Улан-Удэ пострадал 10-летний мальчик. Во время движения он выпал из салона микроавтобуса из-за переоборудованной накануне дверной ручки. Несовершеннолетний пассажир в результате ДТП получил ушибы средней тяжести.